Алиса, вставай, хватит спать, моя Соня, нам пора собираться в садик. Мамочка, посмотри, а я уже встала. Сама заправила свою кроватку, сама сняла свою пижамку, аккуратно сложила ее и повесила на стульчик. А еще я сама надела свой розовый боди и красивый обруч единорога. Ух ты, Алиса, невероятно! Что с тобой случилось? Что с тобой произошло? Ведь еще вчера ты не хотела сама одеваться. Ты все время твердила, что очень маленькая. А сегодня я передумала. Я стала большой и самостоятельной. Ой, вот это да, вот это перемены, Алиса. Ну что же, по такому поводу можно устроить необычный завтрак для тебя. Необычный завтрак? Угу, пойдем со мной на кухню, сейчас сама все узнаешь. Вот, усаживайся поудобнее. Держи свою тарелочку и ложечку, Алиса. Ну и что-то такого необычного. А вот, посмотри, ты любишь единорогов? Да, очень. Да, я знаю, поэтому я хочу сделать для тебя сюрприз. Накормлю тебя сегодня единорожными радужными колечками. Ух ты, мамочка, как здорово, я их просто обожаю. Ой, Алиса, мы про молоко чуть не забыли. Ну-ка, открывай свой ротик, я тебя покормлю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно! Скушай еще одну ложечку. Умница! И еще одну. Молодец! Кушай-кушай вкусные колечки. Очень вкусные! Тогда кушай еще! Ну вот, смотри, ты все съела, малышка! Спасибо, мама! Было очень вкусно! А теперь я пойду в садик! Мне не терпится показать своим друзьям свой новый обруч единорога! Подожди, Алиса, это еще не все! Вот тебе еще один маленький сюрприз. Конфетки Пэс в держателе Rainbow Dash. Ух ты! Спасибо огромное, мама! Вот это да! У меня сегодня получился по-настоящему единорожный завтрак. Какие же эти конфетки вкусные! Вот так сегодня моя Бабибон Алиса кушала свой единорожный завтрак. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!